Приветствую вас, друзья! Хочу показать сегодня один способ, как можно делать заборы. Ну, такие заборы, оградки декоративные, используя камни. Вот вы видите сейчас на ваших экранах вот такие вот камушки в клетке. Вот. Вот так они выглядят. Получается вот таким вот образом. Конечно, камней нужно много. Идет связочка здесь, проволочка. И она проходит через ширину, всю ширину вот этой клетки. Здесь вот фиксируется, как вы можете видеть. Забрасывается туда камни по краям, по бокам, вернее, складывается, как мозаика. Ну, чтобы выглядело красиво. Главное условие, все это должно быть плотно. И тогда получается вот такая вот красота. Так, давайте посмотрим здесь. Вот так выглядит, видите? Вот таким вот образом. Вот. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, как идеи, я думаю, можно... Вообще, она достойна на существование. Это, кстати, Германия. Мы сейчас находимся в Германии. И здесь вот так решили сделать оградку вот таким вот образом. Давайте посмотрим, что там происходит у нас. Вот, видите, сейчас я пойду туда. И там также построено... Из камней такая оградка. Вот. Вот такие сетки. Металлические. Вяжутся. Собираются. И заполняются камнями. Вот. Жду ваших комментариев, друзья.